Приветствую всех. Меня зовут Зара. Также, в частности, приветствую тебя, мой зритель, который сейчас меня слушает. Хочу поделиться с тобой ссылками и телеграм-каналами, которые будут полезны для тебя. Если ты студент или уже закончил свое обучение, а особенности в сфере деятельности, дизайн среды или дизайн интерьер комнаты, которой я сейчас, в частности, обучаюсь. Если ты хочешь принимать участие и развивать свои знания, прибавлять опыт, но не знаешь, в каком направлении двигаться, я могу поделиться с тобой ссылками и, как уже сказала, телеграм-каналами. Один из примеров, который я хочу привести, это Atmosphere School. Это ссылка инстаграм-канала. Здесь профессиональная команда, готовая делиться своим опытом и знаниями и принять тебя в свою команду для развития твоего опыта. Здесь ты можешь научиться дизайн-проекта, а также понимать, как нужно себя продвигать как дизайн, именно интерьер комнаты или дизайнера среды, и как нужно себя преподносить. И очень многому ты там научишься. Вторая ссылка – это телеграм-канал. Здесь подбор конкурсов указаны, советы полезные также, и по этим ссылкам ты будешь развивать и набираться опыта в сфере той деятельности, которую ты выбрал. Здесь именно дизайн есть, и также другие ссылки также здесь представлены. Есть очень множество ссылок в наше сейчас время, интернет-сфера очень развита, ссылки для студентов. Было бы желание только. На самом деле, еще я могу посоветовать тебя также, помимо всех этих ссылок и каналов, после того, как ты закончишь свое обучение, или, может быть, ты сейчас обучаешься, но хочется уже что-то делать, что-то развиваться в своей сфере деятельности, но не знаешь, как правильно, потому что боишься, или не хватает опыта, не хватает вот этой смелости, могу посоветовать, как сама предприняла и также в дальнейшем буду предпринимать, набираться опыта у помощника дизайнера, то есть стать помощником дизайнера. Тем самым тебя дизайнер помогает, именно дает тебе задание, которое одно задание, в котором ты справляешься, либо замечаешь свои ошибки, либо не замечаешь их, либо их у тебя нет совершенно, и дизайнер тебе помогает и направляет. В дальнейшем она дает тебе много других заданий, которые тебе помогают понять свои плюсы и минусы. Также те ссылки, которые я сейчас посоветовала тебе, их две. В дальнейшем ты можешь также пообщаться с людьми, узнать более подробные ссылки, которые тебе также пригодятся. Там команда. А как мы знаем, в сфере дизайна очень важна командность, сплоченность. На самом деле, одному дизайнеру брать на себя долю ответственности всего проекта – это очень ответственно и сложно, тем более для начинающего дизайнера. Поэтому я думаю, что тебе пригодятся мои советы, потому что я ими сама пользуюсь, и мне это очень помогает. Я как студент студенту советую. Успехов тебе желаю и не останавливайся в выбранном своем пути. Могу только это посоветовать. Двигайся, дерзай и будь смелым, и не бойся никаких преград, которые у тебя встретятся на пути. Желаю успехов. Всего доброго. До свидания. Спасибо за внимание.